Христос воскресе, воистину воскресе! С праздником нашей великой победы! Сегодня он пришелся на день Архангела Гавриила, Благовестника Божия, на вторник, день Иоанна Крестителя, Пророка Божия. Я читал ему сегодня молитвы. И в язычестве и оккультизме день Ариса, Марса, Бога войны, разрушений, конфликтов и завоеваний. Война продолжается, война за правое дело. 9 мая 2002 года, в этот светлый день, в чистый четверг, потому что 5 мая была Пасха в 2002 году, кстати, в следующем году тоже будет 5 мая, запомните эту дату. И вот 21 год назад, во время парада в Каспийске, это Дагестан, в результате подрыва фугаса направленного действия с поражающими элементами, погибло 45 человек, 120 было ранено. Ужасное, трагическое, кровавое действие. Мы помним видео, помним репортаж с этого события. Сколько погибло ребятишек, шел оркестр, дети играли, духовой оркестр шел. Там много пострадало женщин, детей, беременных женщин. Погибли подростки, мужчины и женщины. Это была просто... мясобойня какая-то, ужас, бойня настоящая. И вот это все случилось в светлый четверг. Теракт был организован, значит, командующим, так называемым командующим дагестанским сектором Кавказского фронта вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия, сепаратистами. Имя упыря Рапани Халилов. Отныне в Дагестане эта фамилия проклята. Халилов, запомните. Хотя от него отрекся его родной отец, от этого упыря. Хотя он был уничтожен потом, спустя 5 лет, в 2007 году, засел в доме. Его 8 часов не могли оттуда выкурить, отбивался 10 часов подряд этот кровожадный убийца. Но в итоге... танк въехал, в общем, раздавил этого гада. Фамилия Халилов теперь в Дагестане – это фамилия, политая кровью. Вот как можно было воспитывать ребенка, чтобы он такое совершил? Гад этот, значит, Рапани Халилов. Он десятки терактов произвел, и вот этот самый кровавый 9 мая 2002 года. Взрыв произошел в 9:50 утра. Поэтому я хотел это видео записать, чтобы мы не забывали с вами, что 9 мая не только парад, ура, мы кричим и смотрим это великое действие на Красной площади, но чтобы мы не забыли вот этих погибших, несчастных детей, подростков, мужчин и женщин, стариков, которые отдали свою жизнь в день 9 мая в городе Каспийске. Светлая память, царствие всем небесное. Ну, а всем террористам, их потом всех нашли, 20 человек истребляли долго. Срок давности за это преступление не истек. И будем их ловить, кого не поймали, и добивать. Вот в такой светлый день, такая скорбная дата, пожалуйста, не забывайте о ней. Распространите это видео. Еще раз праздником. И не забудьте, сегодня день поминовения усопших воинов. И как мы теперь знаем, не только воинов, но и детей, подростков и гражданских лиц. И сегодняшних ребят, которые защищают нашу Родину, свергают фашистов, истребляют это чудовищное явление на земле. Всем светлая память. Идем дальше.